И это моя большая честь представить профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Григория Трубникова, который расскажет нам о мегапроектах, меганауке. Это наша заключительная лекция. Трубников Григорий. Григорий Трубников – специалист в области ускорителей и накопителей заряженных частиц и систем охлаждения пучков. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вице-директор Объединенного института ядерных исследований. Автор и соавтор более 170 научных работ. Его научными интересами являются физика и техника ускорителей заряженных частиц, электронное и стохастическое охлаждение пучков, генерация интенсивных электронных и ионных пучков, накопительные кольца, динамика пучков заряженных частиц, объектно-ориентированное программирование. Григорий Трубников является руководителем работ по проекту ускорительного комплекса «НИКА». Добрый день, дорогие коллеги. Я понимаю, что последним выступающим всегда тяжело, потому что обед уже вот-вот, и все проголодались. Но очень сложно, поверьте, очень сложно выступать после таких блестящих лекторов. В первую очередь я хочу, конечно, поблагодарить организаторов этого мероприятия, Министерство науки и образования Российской Федерации, Казанский университет и большую команду, которая организовала действительно такое вот абсолютно фантастическое мероприятие. Сегодня говорили о мегагрантах, а я немножко расскажу о программе Mega Science проектов, которая недавно началась в нашей стране, и об одном из таких крупных проектов, который сейчас реализуется в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, коллайдер НИКА, я вот попробую рассказать за то короткое время, которое нам выделено. Ну вот в марте этого года случилось замечательное событие в Дубне, когда в присутствии многих прекрасных ученых и организаторов науки состоялась закладка первого камня в будущее здание коллайдера НИКА. Здесь вы видите и Андрея Александровича Фурсенко, и губернатора Московской области, и заместитель министра науки и образования, и президента Академии наук, и Нобелевского лауреата Дэвида Гросса. И фактически вот один из таких действительно масштабных, крупных проектов сейчас активно создается, сооружается в Дубне. Я буквально несколько слайдов расскажу о научной мотивации, почему мы занимаемся этим проектом, почему это интересно и почему это важно не только для России, но и для мировой науки. Ну вот, что на настоящий момент нам известно? Нам известно, что примерно 13,7 миллиарда лет назад из некого сингулярного состояния образовалась в результате Большого взрыва наша Вселенная. И в самый ранний момент, тот момент, который мы можем описать, это так называемая планковская эра, это 10⁻⁴³ секунды после Большого взрыва. Вот это самое состояние вещества, из которого делалась наша Вселенная, обладало вот такими параметрами. Значит, времена, за которые она развилась, это 10⁻⁴ секунды. Характерные размеры этой области 10⁻³ сантиметра и характерная плотность 10⁻94 грамм в сантиметре кубическом. И затем начались процессы, которые мы уже плохо понимаем. Образовались конституенты материи, кварки, глюоны, электроны и гамма-кванты, которые по каким-то законам слепились в тройки и в двойки, образовали протоны, нейтроны, то есть те кирпичики материи, с которыми мы с вами состоим. Затем эти протоны и нейтроны по каким-то законам начали образовывать легкие ядра, водород, литий. Затем в результате термоядерного синтеза образовались тяжелые, более тяжелые ядра до железа. И затем еще по каким-то законам образовались тяжелые ядра вплоть до урана. Вот в настоящий момент можно, конечно, условно обозначить порядка 10 важнейших таких глобальных неотвеченных вопросов в физике. И вот, это что такое темная материя, что такое темная энергия, какая природа у нейтрино, что такое гравитация, откуда и как появилась Вселенная, что такое гравитация, существуют ли другие измерения. Ну и вот как минимум три вопроса
касается как раз законов образования той самой материи, с которой мы с вами состоим. И вот сегодня в первой лекции Станислав Смирнов говорил о фазовых переходах, магнитных материалах. И вы знаете, вот то самое образование ядерной материи, протонов и нейтронов из кварков, стало возможно благодаря как раз фазовым переходам. И вот сейчас по современным представлениям в нашей Вселенной есть объекты, которые состоят из вещества, находящегося в смешанном фазовом состоянии. То есть, вот, скажем, ну, как кандидат таких объектов, это нейтронные звезды, это очень компактные размером в несколько десятков километров, а при этом обладающие несколькими массами Солнца, массой и с колоссальной плотностью. Вот по современным представлениям внутри этих самых нейтронных звезд существует то самое раннее состояние нашей Вселенной, кварк-глюонная материя или кварк-глюонная плазма, которая в результате фазовых переходов преобразовалась в протоны и нейтроны, из которых мы с вами состоим. Ну и вообще крайне интересно изучать не только кварк-глюонную материю и адронную материю, но и кварковую материю, искать световую сверхпроводимость и изучать так называемую странную материю. Вот в такой ядерной реакции, когда сталкиваются два тяжелых ядра, образуется кварк-глюонная материя, кварк-глюонная плазма, которая впервые экспериментально была обнаружена примерно 10 лет назад в Брухевинской национальной лаборатории. Интересно, что вот эта область взаимодействия, которая характерны размеры которой фемтометры, ведет себя как идеальная сверхтекучая жидкость. Более того, это состояние материи придает коллективные свойства всему тому, что летит из области взаимодействия. Ну и вот в лаборатории возможно создание в маленьких областях, на сверхкороткие времена, фемтосекундные времена, возможно создание кварк-глюонной материи, наблюдение фазовых переходов от свободных кварков и глюонов к ядерному веществу, вот, которое, так сказать, создает весь окружающий мир. Кстати, нужно тут не забыть упомянуть, что коллайдеры, то есть ускорители со встречными пучками, впервые были предложены в России, впервые были созданы вот в 60-е годы в Советском Союзе в Новосибирске. Изучение и исследование этих фазовых переходов крайне важно и интересно. Ну и вот на этой простой диаграмме можно таким коротким примером показать, почему интересно исследовать фазовые переходы. Вот все мы знаем фазовую диаграмму воды и знаем, что при температуре нескольких градусов Цельсия, при нормальном атмосферном давлении, значит, мы можем наблюдать жидкое агрегатное состояние. Нагрев до 100 градусов по Цельсию при нормальном атмосферном давлении, мы можем наблюдать смешанное фазовое состояние, пузырьки газа в жидкости и затем образование пара, то есть фазовый переход в газообразное агрегатное состояние. Ну а опустив температуру ниже нуля градусов по Цельсию, мы можем наблюдать твердое агрегатное состояние воды. Кстати, вот из этой фазовой диаграммы видно, почему на Марсе нет воды. При низких давлениях и при низкой температуре вода не может существовать в жидком состоянии. Она может наблюдаться либо в виде пара, либо в виде твердого агрегатного состояния. Ну вот подобную фазовую диаграмму можно строить и для ядерной материи. И вот при определенных плотностях и температурах ожидается, что мы сможем наблюдать переход из кварк-глюонной материи, свободных кварков и глюонов в область из кварк-глюонной материи в область ядерной материи. И сейчас как минимум 4 огромных проекта, как минимум 4 таких действительно серьезных, больших мировых центра в мире, направленные в эту область физики. Это Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе, это релятивистский коллайдер тяжелых ионов в Брухевинской национальной лаборатории США, и 2 проекта, которые создаются на территории Евразии, это НИКА, в Дубне коллайдер НИКА, и эксперимент
Fair в Германии, где Россия, кстати, тоже активно участвует в создании этого мегапроекта. Ну, буквально один слайд о нашей организации в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Это международный научно-исследовательский центр, в котором работает более 4000 человек. И эта организация создана была 60 лет назад. И вот, пожалуй, одно из самых ярких достижений нашего института – это синтез сверхтяжелых элементов. И надо сказать, что вот в этом году официально был полностью закрыт 7-й период таблицы Менделеева, и 7 из 7 последних элементов таблицы Менделеева были открыты в Дубне. И как приоритет нашим открытиям, вот 3 элемента из 7 названы в честь, предложены имена, связанные с Дубной и с Россией. Вот 114 элемент флеровий в честь академика Флерова, элемент 117 в честь московского региона Московии и элемент 118 в честь ныне здравствующего академика Оганесяна, который руководит этими работами. Проект НИКа строится не на пустом месте. Одним из элементов для размещения будущих сверхпроводящих колец ускорительного комплекса является знаменитый синхрофазотрон, который создан 60 лет назад в Дубне командой под руководством академика Векслера. И вот внутри этого огромного магнита, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый в мире магнит, 36 тысяч тонн, внутри туннеля этого магнита расчищено пространство для нового сверхпроводящего кольца. Ну и вот наш президент посещал несколько лет назад Дубну, и мы демонстрировали ему ход работ по проекту. Вот вы видите серый огромный магнит синхрофазотрон и внутри сверхпроводящий магнит одного из будущих ускорителей НИКи. Ну и надо сказать, что сверхпроводящие магниты для всех колец и для синхротронов, и для коллайдера создаются очень активно. Здесь вы видите на этой фотографии прекрасную девушку нашего конструктора и серию магнитов для бустерного синхротрона и для коллайдера. Активно идут строительные работы по сооружению комплекса. Вот по этому адресу можно онлайн наблюдать за ходом работ. И, конечно, важнейший элемент этого комплекса – это экспериментальная установка, будущий детектор, внутри которого как раз вот мы хотим создать Вселенную в лаборатории. Характерный размер этого детектора, этой экспериментальной установки, можно сравнить вот с фюзеляжем грузового авиалайнера «Руслан». Диаметр детектора порядка 8 метров и длина чуть больше 12 метров. Ну и вот, как я уже сказал в самом начале, времена, которые мы хотим фиксировать, это фемтосекунды и дистанции, и размер областей, которые мы хотим изучать, это фемтометры. Соответственно, требования ко всем элементам детектора и оборудования вот находятся на уровне таких технических возможностей, которые едва ли сейчас серийно доступны. Надо сказать, что вот официально наш проект стартовал в этом году с выпуском распоряжения правительства, и мое огромное удовольствие и честь поблагодарить и правительство Российской Федерации, и Министерство образования и науки, и администрацию президента за ту поддержку, которую мы имеем все эти годы. Сейчас проект поистине международный. В сооружении НИКи участвует более 90 организаций из 26 стран мира. И мы ожидаем, что вот буквально в этом или следующем году к проекту, кроме стран-участниц УИА и Российской Федерации, официально присоединятся еще несколько крупных стран, таких как Германия, Китай, Индия, Бразилия. И в этом смысле очень важны инициативы, которые выдвигает рабочая группа научного совета стран БРИКС, и при поддержке Министерства образования и науки вот мы сейчас выдвигаем такую инициативу, которая называется GRAIN, пытаясь преподносить проект НИКа как пилотный проект, как пилотный объект в сетевой глобальной инфраструктуре. И создавая этот проект, мы одновременно обсуждаем приоритетные направления. Мы
обсуждаем возможности обеспечения равного доступа участников из, не только из стран БРИКС, но и из стран Европейского Союза, ну и сетевого взаимодействия между научными и образовательными организациями. Конечно, в рамках такого крупного проекта развиваются очень активные инновации. У нас сейчас активно сооружается зона прикладных исследований, и мы развиваем образовательный кластер в рамках проекта. Ну и вот буквально три слайда в качестве иллюстраций тех интересных прикладных исследований, которые уже ведутся в Дубне и которые будут получить новое развитие на будущем комплексе НИКа. Первое направление – это исследование влияния заряженных частиц, тяжелых ионов высоких энергий на высшую нервную деятельность. Вот обсуждая длительные космические экспедиции, скажем, на Марс и на Венеру, надо понимать, что астронавт на космическом корабле будет получать довольно высокую дозу ионизирующего излучения, и, как ни странно, основным поражающим фактором будет не возникновение онкологии, которая по возвращении, в принципе, может быть вылечена, а влияние заряженных частиц, тяжелых ионов на центры головного мозга. И, вообще говоря, если сейчас отправить астронавта, то высока вероятность, что через 4 года вернется человек слепой, глухой, немножко не в себе. И поэтому крайне важно исследовать влияние вот ионизирующего излучения здесь, на Земле, прежде чем кого-то посылать в космос в длительную экспедицию. И вот у нас есть центр вместе с Федеральным медико-биологическим агентством, Институтом медико-биологических проблем Академии наук по исследованию излучения, радиоактивного излучения, ионизирующего излучения на высших приматов. Почему приматов? Потому что из всех животных только приматы могут работать за интерес, а не за еду. И вот они получают на самом деле очень маленькую дозу, она меньше, чем доза при флюорографии. И вот через 2-3 недели у них начинают развиваться интересные эффекты в поведении, которые действительно вот влияют на их состояние и на их действия. Вот эти исследования крайне интересны. А вторые исследования, которые мы ведем тоже уже многие годы активно, это исследования радиационных повреждений электронных компонентов не только на астронавта, но и на электронику в космическом корабле. Ионизирующее излучение тоже очень сильно влияет и может выводить из строя, поэтому крайне важно изучать здесь, на Земле, вот, поведение электроники и давать рекомендации по защите. В рамках такого проекта мы сотрудничаем и с промышленностью. Мне очень приятно здесь, в Казани, вот сказать, что один из наших серьезных партнеров – это НИИ «Компрессор МАШ», который создает нам замечательное оборудование для нашего криогенного комплекса. Гелевый ожижитель в Дубне – это один из самых мощных ожижителей в Европе сейчас. И, ну, так сказать, очевидна польза исследований физики и техники низких температур, скажем, для транспортировки жидких газов. Ну и, наконец, еще одно направление исследований, которое мы активно тоже проводим, это развитие высокотемпературной сверхпроводимости и вообще развитие, разработка компактных сверхпроводящих устройств, которые находятся в применении в промышленных установках и, скажем, в радиотерапевтических комплексах, то есть создание компактных ускорителей для протонной и пучковой терапии. Надо отметить, что сейчас вот в мире порядка 15 тысяч ускорителей существует, из них порядка 10 тысяч работают в индустрии материаловедения, порядка 5 тысяч в медицине. Это ПЭТ-томографы и все, что с этим связано, и всего 110 ускорителей в ядерной физике фундаментальных исследований. Но при этом десятки миллионов пациентов получают диагностику и лечение с использованием ускорителей ежегодно. Общая стоимость продукции, которую так или иначе обрабатывается, проверяется с помощью ускорителей, это примерно $1 триллион ежегодно, и доля Нобелевских премий по физике напрямую связана с ускорителями около 30%. Более того, мы сейчас, естественно, думаем о том, что будет через 10, 15, 20 лет. И один из интересных проектов, который мы рассматриваем как развитие будущего коллайдера НИКа, это создание сверхпроводящей протонной машины для генерации мегаваттного протонного пучка для нейтрино и прикладных экспериментов.
Но вот сейчас мы создаем на Байкале, примерно в 5000 километрах от Москвы, создаем огромный нейтринный детектор кубокилометрового размера. И вот только наша страна обладает такой огромной базой, 4500 километров, на которых можно в том числе и изучать фундаментальные вопросы природы нейтрино. Ну вот, закончить свое выступление я хочу таким экскурсом в историю, когда в 60-е годы выдающийся знаменитый физик Боб Вильсон на комиссии Конгресса США по атомной энергии защищал свой проект и обсуждал вопрос о выделении денег на постройку лаборатории имени Ферми. Его спросили, какое отношение имеет этот дорогостоящий проект, этот огромный коллайдер, к увеличению обороноспособности страны. Вот выдающийся американский физик ответил, он имеет отношение не к обороноспособности, а только к уважению, с которым мы относимся друг к другу, к достоинству человека, к нашей любви и культуре. Он имеет отношение к тому, что хорошие мы художники и скульпторы или нет, велики ли мы поэты. Я имею в виду, что все, что мы действительно чтим в нашей стране, к чему испытываем патриотические чувства, он не имеет ничего общего с непосредственной защитой страны, за исключением того, чтобы сделать страну достойной защиты. Вот я очень рад, что последние годы в нашей стране стратегия развития науки и технологий ставится на один уровень со стратегией национальной безопасности, и это можно только поддерживать и приветствовать. Спасибо большое за внимание и добро пожаловать в Дубну. Спасибо большое за прекрасные слова, с которыми вы закончили свою лекцию. Дорогие коллеги, давайте поблагодарим всех наших сегодняшних докладчиков еще раз. Ну и на этом наша пленарная секция завершается. Перед нами очень напряженная впереди нас работа. Одну вещь я хотел подчеркнуть. Эта конференция «Наука будущего» проходит одновременно с форумом «Наука молодым». Вот вчера была встреча с президентом страны. Она находится на сайте Kremlin.ru, все, что было сказано, там есть. И вот вы обратите внимание, что очень много было обсуждения того, как обеспечить молодежи успешную, хорошую жизнь и работу в науке. Мы приветствуем молодых участников этого форума, и, конечно, вы наше будущее. На этом я хочу закрыть эту пленарную секцию. Спасибо.